Friend. Всем привет, с вами Кубик Рубик, с нами новость от Mail.ru в плане игры Arkeach. Они придумали новую мини-игру, ну как всегда за 5 кристальчиков или как в данный момент за 1 кристальчик. И что же они нам предлагают? Сразу начнем. Нас спрашивают, что нужно сделать. Переходим по ссылке, то есть на страницу акции. Сотрите защитное поле на билете, стоимость одной попытки 1 кристалл, и заберите выигрыш. Теперь подробнее. Мы заходим на сайт, на специальную страничку, вот она, я уже на нее перешел. Перед нами будет типа лотерейный билетик, то есть кто в детстве или не знаю, даже по сей день покупает периодически эти лотерейные билетики, или ну кому-то как-то они достаются, или не знаю, вы все еще в это верите, значит вы оптимист, раз в это верите. Ну почему бы нет, может правда обычно люди и выигрывают, но я не знаю. Но в данный момент я тоже это попробую сделать. Стоимость, значит, стереть с этого поля 1 рубль, 1 кристалл. И какие же правила и что нам падает. Чтобы поучаствовать в акции, сотрите защитное поле на билете. Стоимость одной попытки 1 кристалл. Под защитным полем билета можно найти земельный вексель, редкий камень странствий, монета дару, мыло или некоторую сумму кристаллов. 1, то есть 1 кристалл. 2, 5, 10, 100 и 1000. Это уже в принципе даже и неплохо. Помимо того, что с какой, конечно, попытки, с какого раза вы достанете, если вообще достанете. Ну, по крайней мере, 100 или 1000. Потому что первые 5-10, ну, как-то, ну, не очень, я думаю. Также имеется базовая сумма суперприза, это 10 тысяч кристаллов. Это, конечно, неплохо, это неплохо написано и звучит. А вот хорошо ли это достается, вот это другой вопрос. К этой сумме, но это еще не все, к этой сумме прибавляется каждый пятый кристалл, потраченный всеми участниками акции. Но учитывая, как какая сумма тут уже стоит, я не буду обновлять сайт. Тут уже немного побольше накопилось, не 37 515 кристаллов. То есть эту сумму вы можете выиграть. Как видите, последний выигрыш был 40 494. Это намного больше, чем 10 тысяч, скажем так. Но, скорее всего, конечно, шанс тут меньше, чем заточить какую-нибудь пуху в игре Arkeach. Я думаю, тут даже на десятые, на сотые тысячи процента идут шансы. Там 0,0001%. Ну ладно, не об этом сейчас. Когда находится счастливчик, которому выпадает суперприз, то он получает все средства, накопленные в банке. То есть, ну, вам выпадали по-любому там векселя, монеты дару, там камни странствий. То есть, помимо, если вам приз главный упал, или какую-нибудь неплохую тоже, 1000 кристаллов, тоже хороший приз. А размер суперприза возвращается на первоначальную отметку. То есть, если вы выиграли, допустим, вот 37 тысяч, окей, вы их забираете, а следующий уже, ну, участник, кто выигрывает суперприз, если он прям за вами идет, он получает уже 10 тысяч как минимальную ставку, а вы забираете максимальную, то есть накопленную. Итак, у меня есть 100 вроде бы кристальчиков, не знаю, все не все, я буду тратить, буду проверять, посмотрим, я не знаю, может пару десятков, я хз, может 10 раз и мне надоест, не знаю, посмотрим, что получится, и вы все это увидите у себя на экране, поехали. А тут уже обновилось, 43 тысячи. И вот таким макаром это все происходит. Земельный вексель. Ну ладно, пойдем. О, один кристальчик. И как вы видите, у меня кончились кристальчики. Уже 100 кристаллов ушло.
И выпало не очень густо так-то. Что выпало мне? Ну, вот она, корзина предметов. И тут все поштучно. Опять же, все поштучно. А, земельный вексель. А, 10. Вот это неплохо. Но не тендеру неплохо. Земельный вексель 10. Так-то неплохо. Раз, два, три, четыре. Это 5. Может быть, 100 векселей. Ну, не знаю, может быть, в принципе, и норм. За 100 попыток это как-то, ну, не очень. Да. За 100 попыток. Ну ладно, в принципе, это все, что я хотел показать. Шанс вытащить, как я понимаю, там очень маленький. Поэтому играть в эту игру можно, но особо не переусердствуйте. Ладно, всем пока и до завтра, и удачи в игре. Это действует всего лишь до 15 декабря. Учтите это.